Вот перспектива более близкая, пожалуйста. Мы, друзья, в музее изумрудов. Ну что, друзья, рано утром мы приближаемся к колумбийским берегам. И если в сельском клубе, друзья, после лекции танцуют, то здесь после лекции шопинг. У них свой музей, у них свое производство, у них свой магазин. А это, друзья, Old Town, и тут большая история у Картагена. Этому городу уже почти 500 лет. Как вам, друзья, старинная улочка? А это современная. Со всех сторон такие корабейники. Мне очень нравится архитектура здесь. Вот эти дома. Экзотика такая. Все равно приятно. Да, очень интересно. Свет, вот тебе нравятся балкончики с этой растительностью, смотри. Колоритная бабушка. Вот, а теперь к ней присоединяется Светлана. Светлана, надо сказать, что так причудливо вот в этот интерьер старого города вписываются магазины модные, современные, там, европейские. Так, смотри, какие окна, посмотри на них. Смотрите, какой дизайн. Вот такой коридорчик, тут вроде товары всякие. А в конце там, значит, может быть... Или напитки, а может и поесть что-нибудь, давай зайдем. Друзья, мы вот в конце этого коридорчика с товаром, хотя и тут товар тоже есть. И вот такой дворик обалденный совершенно. Прям мы во времена какие унеслись? Дон Кихота, Санчо Пансой. Вот что-нибудь такое прям у меня ощущение. Ну и люди живут наверху. Еще, друзья, мне нравится вот эта новогодняя пальма, посмотрите. Это пение доносится из храма. Да, вот женщина, действительно, как-то она так, можно сказать, сексуально. Там эти ягодицы ее захватаны, вот и сиськи тоже захватаны руками. Это, видимо, хорошая примета. Ну что, экзотично. Так. Ну что, Света, как тебе архитектура, Свет? Да, приятно. Приятно, правда? Да, там где не жарко. Да, и если бы еще не хватали за полы вот эти вот, можно сказать, ритейлеры такие уличные. Да. А вот мы и внутри церкви. Храма, я извиняюсь, храма католического. Красиво здесь. Очень-очень красиво, да. Вот прям целая семья. А тут прямо их, знаете, ну, любителей покушать и, возможно, даже поговорить нечеловеческим голосом. Их тут как вот в других странах воробьев. Друзья, на фоне этих вот колумбийских воробьев мы снимаем Светлану. Светлана, скажи хай. Хай. Вот так даже внимание не обращает на нас. Ходят, знаете, дорогу перебегают тут перед машинами. Такие они. Вот они, красавчики. Я прямо даже вот иногда думаю, может быть, я как-нибудь так... Ну, диета меня не приведет в такое состояние стройности. Но, может быть, я приближусь в какой-то момент.